Большой семье уютный дом. Многодетные жители Новосибирской области могут потратить средства областного семейного капитала на ремонт жилища. С начала года в регионе мерой воспользовались более 10 тысяч семей. Оформить заявку можно, не отрываясь от домашних дел, через госуслуги. Татьяна Кияева побывала в гостях у жителей Ленинского района и узнала, каков объем выплат и на что их еще можно потратить. Лиля, Костя, маленький Арсений на руках у мамы. Ее зовут Надежда и дедушка. Утром за общим столом. Впереди много интересных дел. Покачаться на качеле, покормить куриц, помочь по огороду. Траву вот ходит. Поливать, просите? Поливать, у них есть свои речки у каждого. Вот этот у нас самый любитель поливать и повыдергивать с огорода все. Да? Костя любит машины и спорт, мечтает стать хоккеистом. Вау, молодец! Уголок со шведской стенкой у ребятишек, пожалуй, любимое место. Вокруг много игрушек. Все это в обновленном уютном доме. Материнский в капитал и областной. Материнский мы вкладывали в детей, областной мы потратили на ремонт дома. Мы сами выросли как бы в деревне, нам бы хотелось, чтобы все свое было. С начала года более 10 тысяч семей получили региональную финансовую поддержку по национальному проекту «Демография». Единовременное пособие дают молодым родителям до 35 лет. Также ежемесячные выплаты положены многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума. И, наверное, самая весомая мера социальной поддержки в рамках этого проекта – это распоряжение средствами областного семейного капитала. Распоряжение средствами семейного капитала производится у нас на основании сертификата на областной семейный капитал. Хочется отметить, что сертификат на областной семейный капитал с прошлого года предоставляется полностью в проактивном формате, то есть без участия заявителя. Региональной помощью воспользовались около 41 тысячи семей. Деньги тратят на улучшение жилья, покупку автотранспорта, образование детей. Оформить сертификат можно дистанционно, подать заявление через госуслуги. Это особенно удобно занятым многодетным мамам. Подробная информация о действующих в регионе мерах поддержки размещена на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Татьяна Кияева, Евгений Агеев. Новости ОТС.